Настойки боярышника, пиона, лосьона с экстрактом красного перца формально являются легкими лекарственными средствами. Однако граждане употребляют их в качестве дешевой альтернативы водке. Низкая цена и доступность фанфуриков ведут к росту алкоголизма и отравлений суррогатным алкоголем, вплоть до летальных исходов. Как это случилось в Иркутске, где настойкой боярышника, содержащей метанол, отравились более 100 человек? Что интересно, ульяновские законодатели уже давно выступили с инициативой запретить продажу фанфуриков и перчиков. В регионе было собрано свыше 25 тысяч подписей в поддержку законодательной инициативы. Вы знаете, что мы поднимали проблему так называемых фанфуриков, да? Все это на ваших глазах, на одной из комиссий по сельскому хозяйству у нас выступала глава, поселение рассказывал об опыте работы, как они договорились, чтобы не торговали этими фанфуриками, чтобы бизнесмены не везли туда. Мы этот опыт распространили, потом мы собрали подписи, мы отправили письмо в правительство Российской Федерации. К сожалению, не услышали до сегодняшнего дня. События в Иркутске резко подстегнули обсуждение проблемы продажи спиртосодержащих настоек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже предложил запретить фанфурики и убрать их из розницы. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец. Просто запретить оборот такого рода препаратов. Кроме того, в правительство должен поступить законопроект о внесении акциза на спирт, который закупается для производства парфюмерии, косметики и бытовой химии. В результате цена настоек вырастет, а малоимущие россияне перестанут их пить, считают чиновники.